Эфир УТС продолжает выпуск спортивных новостей в студии Кристина Лата. Здравствуйте. В ближайшие 5 минут расскажем об итогах матчей новосибирских клубов на минувших выходных, а также о самых ярких моментах всероссийских сельских спортивных играх. На завершившихся в Тюмени 9-х всероссийских зимних сельских спортивных играх сборная Новосибирской области заняла 10-е место в общекомандном зачете. Наиболее яркие выступления нашей команды связаны с гиревым и городошным спортом, а также соревнованиями спортивных семей. Александр Шрудило расскажет подробнее. 25 спортсменов из Новосибирской области. Представители из Китинского, Сдвинского, Доволенского, Качковского и Чистоозерного районов. В своей подгруппе стали четвертыми, при том, что здесь, как и в общем зачете, доминировали хозяева – Тюменская область. Самым успешным для нашей команды стало выступление спортивной семьи Никитиных. В Камиирове с Фетей мы третье заняли, потом Лыжном четвертое и Дарси первое. Да, мы все... Чувашская республика была. И Умурский край. Да. Нет, алтайцы тоже лидировали по 2 дням. Ну, на 3-й день уже вот сегодня решился. Все Дарс решил. К сожалению, в общекомандных видах этот подиум так и остался единственным для Новосибирской области. Лучшим гиревиком в своей весовой категории стал Сергей Куликов, а наша команда расположилась на 5-м месте. Успешно с гири справился и знаменосец нашей сборной – механизатор Игорь Петров. Но общее выступление трактористов не задалось. Ну, на тех предыдущих всероссийских я там почти до призового места дошел. Ну, там 4-е было. А здесь вот так вот получилось, что вниз ушел. А товарищ мой вообще еще ниже ушел. Он гиревой спорт выиграл, лыжи он меня выиграл, а в тракторе он вниз ушел. Близко к пьедесталу спортсмены Новосибирской области подобрались в городошном спорте. Но тут все решилось в противостоянии с очень сильной командой хозяев, не в пользу нашей сборной. Как итог, еще одно 5-е место. Во всех видах команда нашего региона не выпадала из 20-ки сильнейших. Но даже не сумев завоевать медали, спортсмены все равно получали удовольствие от соревнований. Да, мне очень понравилось. Трасса была шикарная просто. На стрельбе было очень круто. Судьи хорошие, все. Ну, очень красивый город, конечно. Погуляли, посмотрели. В общекомандном зачете победу одержали представители Тюменской области, в тройке также Пермский край и Курганская область. Следующим испытанием для спортсменов нашего региона станет 9-я летняя спартакиада Новосибирской области, которая пройдет в поселке Ордынское. Весна, время матчей, плей-офф. Одни новосибирские клубы в борьбу за медали уже вступили. Другие еще заканчивают регулярный чемпионат. А вот футбольная Сибирь вообще борется за прописку в ФНЛ. И пока у команды это получается плохо. В очередном матче первенства новосибирцы на выезде уступили «Ротору». Матч в Волгограде завершился победой хозяев поля со счетом 2-0. Первый гол сибиряки пропустили в концовке первого тайма. А на 67-й минуте «Ротор» удвоил свое преимущество. После матча главный тренер Сибири Игорь Чугайнов был не очень доволен не только игрой своей команды, но и работой судейской бригады. Я специально сейчас посмотрел некоторые моменты. И, конечно, когда твоему футболисту просто разносят пол лица локтем, вот, это, конечно, не футбол. И какие-то там рекомендации, на которых я сейчас недавно побывал, они четко трактуют эти эпизоды. А случайно или не случайно, судья не определяет. Там смотрится факт. Удар локтем в лицо. И все. Это красная карточка на 1-й минуте второго тайма. Там были еще несколько моментов, когда судья на 40-й минуте не назначил штрафной ворота Волгограда, видя, как нашему игроку по колену ударили ногой. Ну, так вот он говорит, ошибся. Бывает. До конца сезона Сибири осталось провести 10 матчей. Команда до сих пор находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 19-е место. В мини-футбольной суперлиге регулярный чемпионат еще идет, и сибиряк имеет все шансы попасть в плей-офф. Да, в чемпионате после снятия блика из Нефтьюганска осталось всего 9 команд. Но и новосибирцы набирают очки практически в каждом туре. Так, домашние матчи с «Динамо-Самара» закончились для сибиряков сначала крупной победой 5-0, а потом неожиданным поражением со счетом 3-1. Отметим, что второй матч новосибирцы проводили без главного тренера. У Сергея Иванова, по информации пресс-службы клуба, были проблемы со здоровьем. На данный момент сибиряк 7-й в турнирной таблице.
На одну позицию выше завершили регулярный чемпионат волейболисты «Локомотива». Подопечные Пламена Константинова – шестые. Причем в заключительном матче регулярки новосибирцы в сухую уступили «Факелу». Соперником железнодорожников по четвертьфиналу стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Первый матч серии пройдет 29 марта в северной столице. Для баскетболистов Новосибирска плей-офф уже стартовал, причем стартовал с поражения. Новосибирцы на выезде уступили лидеру регулярного чемпионата клубу «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Навязать борьбу сопернику удалось, но провал в третьей четверти не позволил бороться за победу до последних секунд. Итог матча 83-69 в пользу хозяев площадки. Следующий матч пройдет там же 26 марта, потом серия до трех побед переедет в Новосибирск. Баскетболистки «Динамо» также в четвертьфинале встречались с лидером чемпионата. Правда, тут исход противостояния был решен сразу, слишком разный класс соперников. Уступив в каждом матче практически по 40 очков, сибирячки завершили борьбу за медали. Теперь девушек ждет круговой турнир за 5-10 места. За результатами выступления новосибирских клубов следите в нашей программе, а также в социальных сетях. Подписывайтесь на аккаунты «Спортобзора» ВКонтакте и Инстаграме. Для вас работала Кристина Лата. До встречи!